День России не прижился в России как праздник. Для соседей развал Союза стал обретением независимости от чужой империи. А россияне в этот день потеряли свою собственную. Наверное, поэтому Россия и была обречена на реванш. Владимир Путин не создавал запрос на величие, он в него угодил. Ему просто повезло. С ценами на нефть, с политическими карликами в Европе, с желанием мировых столиц торговать ценой всего. В итоге Москва решила совершить путешествие в прошлое. То самое, где она была столицей империи. Вот только она ошиблась с пунктом назначения. Хотела Ялтинскую конференцию, а угодила в 80-е. Афганистан, санкции, экономический спад. Поднимать мертвецов из могил – не самая лучшая идея.